Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на канале GamesRD. Сегодня будем катать Spintyros, Mudrunner на автомобиле ГАЗ-3309 4x4. От Сереги Дизеля. Серега делает машинку. Данный мод, значит, по поводу, пока не могу сказать, будет он приватный или в общем доступе. Я просто его немножко поднастроил, небольшой как тест-обзорчик. Сейчас мы на нем катанем карту переправа зимой. Надеюсь, пройду всю ее. Хочется верить. Мод еще пока Серега не доделал, так что пока судьба его неизвестна, как он будет, приватный или в общем доступе. В принципе, как-то так. Сейчас я проверю трансляшку. Так, ну говорит вроде. Вроде говорит. Сейчас буквально еще чуть-чуть. Ребята. Так, ну и все, погнали, как говорится, наши городских. Поеду я в одиночке, а то у меня карты послетали что-то после какого-то обновления. И надо их по новой, видите, проходить, чтобы открыть все машины. До конца их надо будет расчепурить. Поедем, переправу катать будем. Зимний вариант, да? Так, ну я не знаю, КамАЗа, наверное, давайте оставим. Видите, просто еще не все машины открыты, надо все карты пройти. Берем газончик. Газончик. Не будем КамАЗ оставлять. Будем, берем два газончика. На всякий случай, да? Поеду в Аркадия. Вот. Поехали, короче. Ссылочка, ребят, на донат в описании под видео. Ссылочка на группу также в описании под видео. Подписывайтесь в группу, на мои каналы. Ставьте лайки, будем гонять, короче. Так, вот такой вот у нас газончик. Еще заодно покатаем, посмотрим, потестим тут. Сегодня, значит, на другом канале Spintyros Mudrunner Driver51 Rus я делал видео. Немножко тут правил у него по грузам, по свету дело, чтобы в мультиплеере отображалось все это дело. Кому интересно, можете посмотреть. Также ссылочки есть в группе. На видео, то есть проходите в группу и увидите там все это дело. Так, ставим отбойник, это значит передний. Даю на 50 ремонт, я пока поставил, да. Так, полоски. Так, и, наверное, кузов. Сельхоз, да. Мышками пока подвисает все. Нет, вот это поставим. Я не знаю, борты. У них еще есть такие борты, значит, у этого кузова дополнительные. Поедем с коротким бортом, давайте. Давайте с коротким. Дизельный, короче, у нас газончик получается. Что тут еще поставить? Ну, пока по аддонам тут скудновато еще, пока Серега ничего не доделал. Значит, есть вид из салона, анимация руля. Все это дело у нас присутствует, ребят. Все нормально, все классно, можно выглянуть, посмотреть назад, отсюда глянуть. Все, заводимся. Примерно так и снимать, ничего не классно. Свет уже я сделал, но автоматом горит. Погнали. Погнали разбирать карту, посмотрим, значит, что тут есть, что тут нет. Так, нам направо, направо. Ух ты, гараж у нас на той стороне.
точка разведки, гараж на этой стороне. Лесопилка на этой стороне одна у нас. И вторая вот на этой стороне. Так, гаражи у нас один открыт. Раз, два, три закрыто. Значит, будем открывать гаражи. Это, конечно, проблематично. Особенно на этом берегу это вообще труба. Я не знаю, как переезжать будем. Ну, как говорится, тронули. Поехали. Возможно, если такое сейчас. От первого лица. Ну да, моделька вообще классная. Не знаю, почему я не взял. Само садите, пустите, все. Блин, просто в салоне все классно. Все обалденько такое у нас. Поздняя осень, то ли ранняя весна. Короче, зима. Полным ходом. Гаражных частей пока у меня ничего нету, поэтому я пока гаражные части пройти сам на грудь. Грузом можно открыть гараж. Могу так классно. Эта карта у нас пентельцем была, называлась Широкая река. Так уже называется у нас Перетрова, между зимней Перетровой. Это будет перебираться. Разведки где-то рядом, да, точка погрузки, топливная станция, точка разведки. Давайте заедем на заправку, из заправки махнем на точку погрузки через точку разведки. Продолжение следует...
где-то тут, наверное, можно проехать. Разведки где? Слева где-то, ё-моё. Как он сюда пролезет? Давай-ка попробуем. Да ё-моё, что за чёрт побери, где-то прямо справа она, а вон справа, давайте загрузимся. Грузится тут остановка, ребята. Материка, да? Так, не вижу нифига тут светит солнце. Светит не снега. Спину грузится. Вот он. Сейчас, ребят, скидывается, разрезается еще раз. Многие постоянно спрашивают, зачем ты это делаешь, когда я без звука пишу. Проверяю, ребята, так, и давайте мы берем на 4 очка вот такие дровишки. Пока прописал на грузку 2 очка для разжавшихся. Нет, не нашел я еще уже. Пока прописал так. Можно будет видеть, что у нас. Тут все планируется точно. Давайте будем даже остановку на сетям тоже так делать. Разнообразие. Там
жили бы вот постоянно. Борта. Борта не прокатишься. Борта не... Всякого ремонта. Поедем открывать второй ворот. Хорошая модель, прикольный мод. Понятно, что он откуда-то с конвейера, но ничего страшного, я его там не вижу. Сам факт, что модель сама обалденная. Типа отдал. Бензинчик, давайте возьмем дрова. Ладно, посмотрим. Ага, там вот кофе. Сейчас подъедем, скажем, ладно. В принципе, газа не подходит. Так, все-таки разведка, нам нужно где-то посмотреть, где-то по пути мы должны быть, да? Точка погрузки. Вот тут где-то слева она. Ну, погнали. Разведки сейчас не знаю. Походим, что мы зачем вообще. Их проехали, ё-моё. Вот мы зато вот сейчас это после лучше. Thank you.
Рядом слева слева тут разведки нет. Давайте я скажу. Разные системы, да? Но мы будем нагазовывать. Ну, так вот, нагазовывать, все по-честному. Вот она мода. Нарисовался. Она. Так, вот, разведки. Никаких нету, есть. Слева. We'll be right back.
совсем дофига. Поехали. Давайте остановку. Как остановку? Так, я не помню, где поворачиваться. Поворот налево. Еще раз налево. Катинсу открытый. Урал открытый. Шишина на пистоле только закрыта, да, получается. Да, она получается. Первый пистоль, второй налево. Да, долго будет у нас тут история, ребята. Так, у нас вот выбрали.
принципе. Гараж. Так, теперь нам надо ехать на пилку, да? Можно, в принципе, поставить на борт. Давайте. Угу. Все, есть. Три. Ага, другой борт. Нет, нам другой борт, ребят, не надо. Отвлечь, да? Это не есть хорошо. Давайте лучше. Четыре очка возьмем. Давайте попробуем крамажа. Там не вышло, но надо не горить. Так, мы это починили, но все равно это сами. Ночная смена, работа на ночь. Плохо поворот.
3 очка, 4. Это по 4 вот здесь. С той стороны будет самые виды. Это точно. Это нормально. Нормально, маленький трактор. Так, вот где нам только заезжать на этот самый? Давайте, наверное, где-то чуть левее, не должно быть что-то быть. Что-то как-то не помнится, вроде как было раньше. Поворот какой-то дорога. Это ребята со спринта, со старого. Сильно разрывали, не заморочились. А про гусеницы, ребята, наверное, точно можно забыть. Не будет их в этой игре. Наверное, в этой точно. Если не сделают какой-нибудь спринтарис модранер 2, там, да, или... Спринтарис модранер гусеницы, да? Можно, мне кажется, забыть их, пожалуйста. Обещанный, который давным-давно после ремонта игры должны были увидеть. Так, все. Точку открыли. Так, назад. Все, люди нормально тут у нас абсолютно. Поехали с кабинетом. На дорогу. Надо бы, ребят, просто сейчас на настройки залива не переносить. Да, музыка. Рация. Ну, у меня нету галочки, да? Да, да. Пойдем, да.
Рендель, давайте посмотрим. А, все, мы его открыли. Открыли все точки, не открыли. Так, ну что, нам надо как-то направо сюда. Направо будет совыть. Все равно будет что-то дорожать, но направо просто. Блин, ну день, конечно, могу сделать побольше, но это поменьше, но не побольше. Здесь будет черт побери, блин, вот это вот смерть. Смерть, блин, конечно, это все. Чего так, друзья? А вот почему все поехали. Надо повторюсь, данный немножко делает как видит. Я знаю, что вроде делает данный похожий, как бы пак делает софтер. Ну, как не приватный пак. Сереги, я пока не знаю. Есть уже информация по данному исполнению. Дедушка,
дверями через ящик. Ну, в принципе, мы сейчас можем другой мотор ее поставить с трубами. Ну, и поехать на Кашкерну открывать гараж. Зима и грибы, грибы стоят. Так, эта пилка у нас все, ребят, оттоварили ее 8 из 8. И что, будем готовиться, да, на ту сторону. Тут у нас одна точка разведки, машинка не разведана и гараж и лесопилка. Это у нас получается по две ходки каждое место. Ой-ой-ой,
Где же нам переезжать-то тут? Ну что, полетели? Ворот открывай, е-мое. Не видишь, мы тормоза отказали, е-бип. О, нормас. Уже проскочили. Летим дальше, парни. Вот, Серега, кстати, смотри, будешь смотреть обзор. Видишь, стекла надо поменять, больнее сделать. Видишь, какая беда там с этим слабая. Ребят, что мы все делаете? Такое поправить я не могу. Поворачивай. Но сейчас нам, в принципе, можно, да, поднять кузов, взять трубу, поехать по этой или открыть гараж. Так. Все поправилось. Стекла будут еще делать, это планировать. Серега пока что в процессе собирания данного номера. Это все потом отправит. Я мог бы Макс сделать, я бы мог отправить, но все Макс не бум-бум, как говорится. Так, ну что, сейчас позовут меня, да? И полетели. Вот машина. Вот так. Пока что мы есть, скажем, пока экспериментальный вариант. Загрузку тоже я, в принципе, делал, да? Сейчас я Я сейчас
Ну, сейчас будем форсировать электрику. До берега добраться. Все нормально, доберемся. Вау! Какая-то литовая яма. Так, ну все, переехали. Да, все по этой трассе практически гараж. Шишигу надо еще открыть и точку разведки. Я шушу я.
и вообще по другой дороге. Сейчас мы так находимся. Можно где-то проскользить. Вот она шушида. Вот она шушида. Что ты сейчас карафин. Вот надо разведки давайте как-то открыть. Начальник как-то не нравится. Маленький трактор такой. Офигенно, он вообще валивается. Вот это он на место просто. Продолжение следует...
Где-то должно быть перетрава. По бездорожью. Очко, конечно, не ладно. Так я уже все вообще просто уехал, вообще нормально. Так, ну, по дороге где нужно прямо это на дороге. Починиться можно. Сказать 24. Ну, ну давайте в принципе с этим пойдем или с ним, вот с ним поедем. Все, едем до пики и буквально там нужно видать перерыв. Переправа.
газу. До конца еще лишь собран, все уже собирает. Тачка вообще классная. Привет, камазист. Хорош спать, иди работай. Открывайте, парни, тормозов нет, все замочил барабаны. Солярки, смотри, посмотреть, что у нас опять соляры. А, ну, уже были, в принципе, а мы все равно привезли. До 200 литров, там, по-моему, заправляют они. Так, еще где у нас поворот? Поворот где? Вот он. Поворачивай налево. Давайте поведем установку. Все, выбираемся на асфальте, где-то стоим на приятный. Я тоже не поведу, не поведу. Давайте пока на них сэкономим солярку, да? Сэкономим солярку. Сейчас, ребят, буквально перерывчики, полетим дальше. Полетим дальше. Мучить газон. Так, и снова здравствуйте. Я вернулся. Так, аккумулятор у нас тут не сел. Фары включенные остались. Елки-палки. Как мы будем сейчас ночью перебираться через реку, я не знаю.
у нас дома, блин, конечно. Механик нам моторчик не будет. Остановка так поцелала. Так, ну это мы сейчас гараж открываем. И нам еще две ходки. Две ходки. Да. Соседи на него там открутят. Я не помню, куда ехать. Вот. Скажи, бар. Еще удачи там. Да, ребят, ну это вообще нормально. Каким скоростью мы можем стараться?
соляра не интересует. Есть у нас на обратку еще даже. В принципе. Thank you.
что. Если считать, ребят, на всяких кольцов, то будь его кольцо, то два, это все было не побыстрее. Дальше. Рулевые тяги там заниматься, да? Ау. Как говорится, иди твоим налево. Интересно, поставить на колесо или нет? Нет, поди на колесо. Давай, заводи. Назад. Давай, как ты ходишь? Ты уберет тебе комфорт. Да ты посмотри, ты что творишь-то? Давай, братан, давай.
Видишь, как тебя, вот я не переправа, ё-моё. Ты налево, да, я просто жесть, я думал уже все, почти приехали, хорошо на колесах не встал, там перекрыт на втором должен палить. Давай, да? Нежданчик такой, ну, да? Да. Не все так оказалось просто. Да, я вижу. Ребята, иди.
Ух ты, как поймал! Вот это номер. Я пропустил эту карету. Вот это было. Сейчас, девочки, как поговорим? Так, мы здесь. А, ну все нормально. Тут на тупе есть поворот такой. Вообще классно. Давай-ка. Ну, конечно, туда псасом завален уже. Салон-то, смотрите, хрена в два раза грузится, кнопки есть, да? Вот ёп, японский городовой, да? Все, нам еще рейс один остался, ребята, пока пройдено. Он вообще приятный.
Ух ты, ё-моё. Давайте направо. Ага, хрен его. Стопы чуть не поймали. Ну давай, братан. Ошибки можно. Вот я вот так попробую. Thank you.
Ну, отлично. Приехали, ребят, осталось. Наша любимая бензина лежит, а не вернула сюда. Ручка получается не подъедет. Ой-ой-ой, вот это нам как-то прям смотрите. Подняли немного. Бродяга. Шелестую резину. Голову. Вот так вот это не понятно. Там поворот на пульт дал. Все нормально, полетели парни, соповалось, высопинка. Приехали, и карту, ребята, прошли. Ура! Победили, как говорится, да? Давайте делаем скрин. Еще солярка осталась. Так, разгружаемся. Все. Game over, карта пройдена, ребята. Час 55, нифига себе, 2 часа почти. Так, грузовики все открыты, гаражи все, точки открыты все. Пройдено расстояние 25 километров. Восстановление 0, ребята. Ну, естественно, в аркане, да? Две звездочки.
вернуться нам куда, ну, минимум. Так что, друзья, подписывайтесь на каналы мои, подписывайтесь в группу, кидайте донатик. Ссылка на группу и на донат в описании под видео. Данный мод, ребята, делает Серега Доктор Дизель. По поводу мода скажу одно, не могу точно знать. Серега еще не дал ответа, будет он приватный мод или будет он в общий доступ. Если я узнаю или у вас будет возможность к Сереге к самому обратиться, то можете уточнить у него по данному моду. И все, подписывайтесь, ребят, на канал, группу, ссылки в группе. Все начинающие трансляции у меня идут. Сначала идет репост в группу. По репосту в группе уже можно будет знать, когда начинается трансляция. Или ставьте подписку, колокольчик, где подписывайтесь на канал. Там есть колокольчик, нажимаете, и будет тоже приходить вам уведомление о начинающейся трансляции. Все. Сегодня катали Mudrunner газ 3309 4x4, катали дефолтную карту переправа. Плюс я еще воткнул туда зимнюю текстурку. Получилась зимняя переправа. Так что, ребят, смотрите. Всем удачи, ставьте лайки. Всем пока. С вами был, как всегда, Драйвер 51 Рус. Подписывайтесь на мои каналы.